Всем привет! Сегодня 12 июля 2022 года. Приехали на рыбалку. Смотрите, какое прикольное место. Стою на камне, на скалах. Тут вот маленький заливчик идет. И дальше вот заливчик заканчивается. И дальше он идет открытый Днепр. Сейчас будем кормиться, закармливать. Посмотрим, что будет. Приехали мы с дядей Ромой. Дядя Рома, помаши ручкой. С Николаем Петровичем. Николай Петрович, он на дальней скале стоит. Хочет, наверное, в заливе ловить. Вон, вижу, в заливе куча поплавков обрыванных. Ну, оборванных. Ну, короче, будем посмотреть. Постараемся поймать. Не будем загадывать, как говорит моя мамочка. Мамочка, привет, а то нам не сделала замечание. Ну, старших надо любить и уважать. Начинаю разлаживать снасти. Смотрите, какая красота. Подготовил уже подсаки. Там он, Николай Петрович. Вот, смотрите, я наварил, купил килограмм кукурузы, гороха, килограмм перловки. Вчера замочил, оно постояло часов в 5, разбухло, потом поставил на газ, проварил минут 40 и выключил. Так, вот у нас опарыши, это я нут купил. Где-то у меня кукурузку купил. Купил сладкую кукурузку. Но она не сладкая. Вчера добавил сахара. Смотрите, она пустила сок. Я думаю, будет сладкая и вкусная. Так. Это маночка. Вот. Вот что хотел показать. Картошечка. Из мелкой картошки я сделал много бойлов. Отварил. И на это буду ловить. Короб любит картошечку. Попробуй на картошечку. Червякова парышей купил. Ну, на все будем пробовать, ловить. Будем пробовать. Смотрите, какая прозрачная вода. У нас на Днепре нет такой воды. Чистой. В Запорожской области все совсем по-другому. Чистая водичка. Вырвал, залез тут водоросли. Наверное, час плавал. Что-то клюнуло, зацепился. Видать, за камень тут скалы. Дядя Рома подержал мне удилище. Я заплыл туда метров 120. В обратную сторону потянул пружину. Ну, короче, отцепил. Стоят мои палочки. Пока ничего. Ждем. Закормился хорошо и бойлами. И технопланктоном с рогатки настрелял туда, и кормухи. Ну, ждем. Красота. Короче, мне немножко получилось оно жиденькое. Взял в горох и в перловку добавил местного грунта. Сейчас буду вот этой в кормушку добавлять. И сейчас с рогатки поделаю. Ну, где-то вот такие шарики. Вот такие. И дальше буду кормиться. И все вам покажу. Вообще не клевало. Достаю среднюю палочку. А там сидит, смотрите. Зачетная, классная плотва. Ну, такая неплохая. На верхний крючочек взяла на кукурузку. У меня была сладкая кукуруза с опарышем. Бутерброд кукуруза сладкая с опарышем. Ну, посмотрим. Может, к вечеру и будет поклевочка нормальная.
проглотила, капец. А вот видно, кукурузка осталась, а пара понятно. Вот такая получилась плотвичка. Ну ничего, будем ловить и дальше. Ставьте лайки, комментируйте. Переменно облачно, то выйдет солнышко, то зайдет. Сейчас перезакину вторую палочку. Вот видите, кукурузка с опарышем на верхнем, и тут на одел кукурузу с опарышем. Алло, о, дядя Рома, а ну иди на камеру покажи, что ты поймал. Алло, вон и дядя Рома первую рыбку поймал. Да подойди, покажи на камеру. Да вот, вот, покажи. Алло, мега супер рыба. На опарыш, да? На опарыш, ага. Да, я тебе говорю, попробуй, на попробуй. На попробуй. Ну, молодец, дядя Рома, ставьте лайки, дядя Роме. Тихо-тихо, мы сейчас запутаемся. О, нормально. Дядя Рома поймал первую рыбу. А то мы сколько стекели, сколько ловили, вообще ноль. Ноль. Но это хорошо. Далеко не надо, кидал где-то метров на 120. Нет. Надо так, метров 80. Ой, хватит. За леску торможу. Видите, солнышко то зайдет, то выйдет. Но мы хотели поехать на свое старое место. Везде прошли дожди, туда не доедешь. Но мы приехали сюда на скалы. Сюда в любую погоду можно доехать. Потому что везде скалы. Вот даже где вы видите землю, под землей чуть-чуть там скалы, скалы, скалы. Любую погоду можно сюда прийти. В снег, в дождь, в бурю, в ураган. Везде по асфальту доезжаешь, класс. А тут я, наверное, сейчас сделаю рокировочку. Вот так вот. Вот так вот. Как-то так. Только что на первую палочку была поклевка бойкая, все подсекаю, тынь, и за что-то зацепаюсь уже второй раз. Один раз я плавал, отцепил в обратную сторону, потянул, отцепил. Второй раз думаю, не поплыву, оборву. Тянул, тянул, короче, обломал крючок. Но пружина целая, слава богу, все целое. Закинула удочку, клюнула. Хочу посмотреть, что там. О! Вот я на поплавчанку поймал маленькую плотвичку. Ну, как-то так. В перерывах есть чем заняться. От нормальных поклевок рыб. Ну, ставьте лайки. Класс. Вот смотрите. Делаю снасть на сома. Поймал плотву, которую вы видели. Положил на солнышко, чтобы она чуть-чуть подвоняла. Запустил крючок. Вот так вот, смотрите. Тут у меня не будет металла. Теперь вот этим бычком я закрываю металл.
Сом очень слышит металл. То есть надо обязательно закрывать металл. Будет где-то виден металл или выглядывать, или сом очень это прекрасно чувствует. И вот второй крючок я делаю. Так. Вот груз у меня. Тут сколько? Где-то 150 грамм. Вот так вот будет это все выглядеть. Будем надеяться. Дай бог, чтобы сомик на это соблазнился, клюнул. И мы его поймали. Сейчас я вот черный крокодил у меня. Тут тест 180 грамм, но он очень крепкий. Катушка у меня 6000. Леска тут 0,4. Карп Про, она на разрыв. Ну, очень, очень хорошая, достойная леска. На прошлых видео вы видели. Можете, кто не видел, посмотреть, как я вот такую траву забрасываю, сразу за траву бросаю на сомика. И потом в конце рыбалки достаю огромный пучок травы, ну там килограмм 40, это леска выдерживает. Ну, очень крепкая леска. Это Ярославчик мне солинкой подарили. И катушку, кстати, вот эту не тоже подарили. Зубами нереально перекусить. Крепкая, хорошая леска. Сейчас я... Так. Вот. И все. И снасть на сома готова. Вот и так это будет выглядеть. Так. Вот так это все будет выглядеть. О, сейчас я вот это закину за траву, отойду. У меня, я вижу, там урезик. Там интересное место. Ну и пусть постоит. А чем судьба нас не баловала, может, еще и побалует. Ну, дальше все покажу, что у нас получится. Сейчас покажу вам результат нашей рыбалки, что я наловил. Будем собираться домой. Вот, слабенько. Видите, два карася и раз, два, три, четыре, пять плотвичек. Ну и там я две поставил на сома. Кстати, снасть эту я еще не проверял. Сейчас пойду проверю. Может, там что-то будет интересное. Ну, слабенькая рыбалочка, но какая есть. Всем пока, до скорых встреч. Хотя, если что-то на сомячей будет с Настей, то я вам покажу. Все, ставьте лайки, пока. Вот. Так что, а вот посмотрите, сколько дядя Рома поймал. Ты сюда подойди, Рома. Иду. Оно ж так не видно. Иду. Не, ну, спасибо речке. Вот. Ну, там он и карасик есть неплохой. Ага. Плотвы там капец, ага. Десятка два, наверное, да? Не, убежал. Маленькая. Я кошки ловил, но ничего. А, он еще один карасик. Там сколько у тебя хороших карасиков? Вот смотри, показываю. Вот один такой. Да, неплохой. И он еще. И тут еще. И, ну, парочку. Все бы себе такие клевали сегодня. Ну да, слабая рыба. У тебя там и маленькие карасики есть. А вот, и вот этот. И вот, да, два, короче, таких более-менее карася. Все остальное маленькое. Кошки. Но... Ставьте дяде Роме лайки, подписывайтесь на канал Владимира Кафарова. Да. Всем пока. Дядя Рома, покажи вот так. Да, всем нормально. Приезжайте на рыбалку, отдыхайте. Всем пока.